Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Общалась с мужчиной, была близость, он на 18 лет старше меня, мне 36. Но жаль, что у него, я думаю, есть проблемы в интимной сфере. После первого раза он избегает близости, придумывает отговорки не делать этого. Я исчезла из его жизни на полгода, он не звонил. И вот недавно встретилась на моей работе, для него это было неожиданно, но я почувствовала, что он соскучился по мне, как-то по-другому общался со мной, сказал, что думал, что я уехала куда-то из поселка, пропала, не видел меня нигде и не слышал. Ну и позвонить, я так понимаю, он не решался. Спрашивал, где я сейчас живу, и даже сказал, что поцеловал бы меня, если бы мы были одни в кабинете. Он женат, но я никогда никому не чувствовал такой страсти. Одним своим внешним видом он меня возбуждает, и я не знаю, встретимся мы или нет, думаю, что нет, потому что такое дело у него. И если да, то только поцелую. Я звонила ему, но он говорит, что работает и не может специально приехать. Я думаю, он просто не решается. Может, кто-то подумает, могла бы найти себе какого-нибудь другого парня, но этот запал в душу. Как быть? В общем и целом, здесь ключевой вопрос векторности. Как быть, чтобы что? Вот, какую конкретно проблему и в чем эта проблема, по-вашему, вы хотите решать? Можно здесь говорить о том, например, что с точки зрения психологии ваша история это про то, что вы избегаете вот серьезных отношений, да, то есть как бы, ну, вам. Вам, условно говоря, 36 лет, я так понимаю, что отношений у вас не было, или если были, то они как-то вот неудачно для вас, судя по всему, складывались. Вот, и, ну, как бы, соответственно, да, можно говорить о чем? Можно говорить, ну, наверное, в первую очередь о том, что вы вот в этом смысле избегаете отношений, у вас они как-то не складываются. Вот, значит, здесь нужно разбираться с вашей моделью поведения и смотреть, там, ну, условно говоря, гипотетически, да, вот, что вы делаете, да, как вы себя ведете, вот, как вы, ну, условно говоря, организовывать свою модель женского поведения, например. Вот. И дальше здесь можно, в принципе, говорить о том, чтобы вам разобраться и рассмотреть момент, связанный с тем, что вас привлекает в человеке, да, то есть вот вы говорите, ну, вот, условно, да, вы говорите, что вот мне нравится там, ну, вот, мужчина очень сильно запал в душу, говорите вы. То есть, ну, это, в принципе, более чем понятно. Вот, просто, что здесь важно? Здесь важно то, чем именно он запал вам в душу. Вот. То есть, чем конкретно он запал вам в душу. Вот. И что это за чувство ваше, которые вот, ну, условно говоря, вы
там вот чувствуете, то есть что это за чувства, вот какие это чувства и с чем эти чувства связаны. Вот. То есть это какая-то история про влюбленность, это история про там, ну, что-то еще может быть, да? То есть вот, грубо говоря, чем он вас привлекает, этот человек? Вот. То есть возбуждение, да, но вот если, соответственно, если вот, если что-то еще помимо возбуждения. Вот. То есть, ну, на вопрос отвечая, нужно ли что-то еще помимо возбуждения, я думаю, что это решает вам, но просто вот разобраться в себе. Да? Вот. Потому что то, как вы, например, говорите, что вот там, ну, грубо говоря, я исчезла из его жизни, да, вот, как вы об этом говорите, ну, на мой взгляд, это же ваше решение. То есть ваше решение из его жизни, ну, исчезнуть. Вот. А решение ваше. А при этом вы, ну, вот, подаете это так, как будто это решение не ваше. Вот. Вы это подаете так, как будто, ну, условно говоря, там, не знаю, вас оставляли, к примеру, да? Вот. Ну и само собой это вызывает вопрос. Вот. А это вызывает вопросы, ну, в первую очередь вопросы, связанные с тем, да, вот насколько вы сами себе отдаете отсчет, например, в том, что вы хотите, насколько вы отдаете себе отчет в том, там, грубо говоря, как вы хотите и так далее. Вот, потому что, ну вот вы описываете, в общем-то, историю про то, что человек, ну вот, довольно конкретно чем-то вас не устраивает. Вот. И это нормально, что человек вас чем-то не устраивает. То есть это абсолютно нормально, никто не говорит о том, что, ну, что должно быть по-другому. Как бы. Вот. Просто момент заключается в том, да, вот что вы, ну, на что-то надеетесь. Вот. И вот вопрос заключается в том, на что. То есть вы надеетесь, что он изменится, вы надеетесь, что он будет, ну, вести себя как-то по-другому, да? Вот. То есть, ну вот, ну вот на что вы надеетесь в этом смысле? Вот. Я думаю, что если вы как следует, вот, подумайте об этом, да, я думаю, что если вы как следует, вот, поразбираетесь в этом, то, на мой взгляд, вы получите шанс и
возможность себя увидеть, то, собственно, чего вы хотели бы. Вот, что вам, ну, нужно. Это, мне кажется, та помощь, которую мог бы предоставить вам специалист, то есть людей не меня, вот, изменить человека это нет, вот, ну, это 100% нет. Ну вот, помочь вам как-то вот, ну, поисследовать эту историю, да? Помочь вам в себе разобраться. Это вот, да, это вполне то, что мы могли бы сделать. Но опять же, не совсем понятно, чего вы хотите. Вот. Вы чего хотите в этой ситуации, конкретно вы, да, вот, то есть что, ну, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь, вот. Чтобы у вас, ну, не было каких-то, знаете, завышенных ожиданий от, ну, от нас, да, от психологов в этом смысле. Вот. Потому что мне кажется, что они у вас в общем и целом сейчас присутствует. Вы говорите, что человек запал в душу. Что ж, хорошо, если так. Но уже есть вещи на данный момент. Уже есть вещи, с которыми вам, ну, вот как-то тяжело смириться. Вот. И все. Собственно. То есть, если вам человек запал в душу, как вы говорите, то, ну, наверное, вы его принимаете. Таким, как он есть, да? Если человек запал в душу вам. А поскольку вы не принимаете его, и поскольку у вас идет явный акцент на интимную составляющую, вот, то это вот вопрос как раз-таки в том, а насколько вам человек запал. Ну и то, что он старше вас на довольно большое количество лет, да, тоже с точки зрения психологии как-то свидетельствует о тенденциях, которые несколько не связаны, скажем так, с восприятием вами его как мужчина. На этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ был интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.